В этом году кармакшинские дихани намерены увеличить экспорт риса в Иран. В предстоящем сезоне хозяйство района планирует засеять 800 гектаров сортом Таром Хашими. Об этих и других планах на брифинге сообщил аким кармакшинского района Султан Махашев. Прошлый год для кармакшинских дихан был плодотворным. Дихани собрали с каждого гектара по 59,5 центнеров риса. Товарищество «Ахтоби ИКА» ввело в строй современный рисоперерабатывающий цех. Кроме того, на 70 гектарах был успешно апробирован рис иранского сорта «Таром Хашими». В этом году намерены в более чем 10 раз увеличить площадь посевов этого сорта. Нурлан Издыбаев уехал в Иран для заключения договора на этот год. Хозяйство «Ахтубе ИК» увеличит посевы иранского сорта до 500 гектаров. Еще два хозяйства, Жанажол и Турмагомбет, намерены засеять по 150 гектаров. Еще один крупный проект в агросфере. В этом году завершится строительство птицефабрики мощностью 1500 тонн мяса. Кроме того, предстоит работа по объединению животноводческих хозяйств, кооператив и открытие молокозавода. Нам нужно открыть завод с мощностью 2 тонны молока в сутки. Сейчас ведем переговоры с производителями, изучаем цены, технические характеристики, сравниваем. Первоначально планируется выпускать 7-8 видов молочных изделий. Среди главных приоритетов – развитие предпринимательства. В поселке Жусалы создана индустриальная зона. В этом году мы планируем реализовать там 5 проектов. С конца прошлого года там реализуется проект компании «Мир-2011» по разделению песка на фракции. Также планируем открыть цех по выпуску строительных смесей – клея. В целом, в районе нашли решение ряд социально-инфраструктурных вопросов. Население полностью обеспечено питьевой водой, ликвидированы аварийные школы, построены новые. На очереди новые задачи. Галымжан Жумназар, Адельбек Жаханов, Богибай Басилов, Турихан Кожахметов, телеканал «Кызылорда».